Так, ну что ж. Давненько что-то я не заходил в Stormbound. Что-то я подзабил даже на него. Ну, уже продолжу дальше строить планету. Кстати, могу показать вам свой домик, где вы не почистили. Ну, думаю, среди них найти искренний. Так, тут, правда, я уже разобрал его. Так, вот тут очень много всего интересного. А теперь вот так, комната. Так, давайте возьмем кого-нибудь. Так. Чёрт, птица охренела. Оп, оп. Пусть не пропустать. А я вот сюда буду. Так, ну что, делаем вот такие вот образы. Все механизмы, наши пушки, турельки. О, вот сейчас пойдет война. Хорош. Опа! Первый пошел, второй пошел. А, не, нельзя со мной. Валите их турельки, чтобы их больше не видел. Нет, это еще была маленькая сила. Одно пищак. Ха-ха-ха. Вот и все. Вот и нет дракончиков больше. Так, а что у меня тут? Забрать-то надо выполнить квест. Семена. Ладно, полетели на кораблик. Пойти на планету. Итак, тут идти высадился десант. Видите меня. Так, все это сюда положим. Итак. Застрял. Спасибо, спасибо. Все, погнали. По нашему монорельсу. Опа! Поехали! Как видите, я тут такой прикольный на рельс сделал. Сеть железных дорог. Сейчас мы доедем до нашей точки. Куда нам надо. Пока он еще в стадии, на самом деле, доработки. Чтобы его нужно еще кучу чего проложить. Покосили сделать. Опа! Вот мы поехали на место. Так, а это наш дом. Наша ферма. Пока еще тоже делается. Делается, строится. Дом уже начал делать. Тут куча сундуков.
Большая куча. Целую веселку перетащить. С того дома. Его очень много, на самом деле. Сундуков не хватает. Вот эти сундуки, ну, почти все забиты. А тут у меня живет мои рабы, вассалы мои. Живут и что-то делают. Так, тут мы... Я не хотел ползать ничего, ребята. Так, я чучело я ваше верну тоже. Живите, радуйтесь. Пока я добрый. Так, что тут есть? Куры. Смотри. Деньги, ну это тут хоть не особо не брал, ничего. Пускай вот все, как есть оно. А, сундук нет, есть. Полет у меня есть. Вот такая вот небольшая деревушка есть. Понимаете. Тоже я тут пока особо не лазил. Не шарился. А, не, ну я тут убил местных стражников. Потому что они меня хотели убить. Или они, или я, или они. Я выбрал, что они умрут. Кстати, тут вот колодец. Опа! Ай, так смогу выехать. У нас есть такой вот скилл интересный. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай. Отель. А, прикольно. Что-то позади. Хотят что-то. Еще не понял. Кстати, надо тоже хотеть. Сундук с топором. Уголь, ну, это все заберем. Пока куча лежит. Да и пускай тут куча лежит. Смогу за все книжки свои перетащить. О, вот это будет интересно. Да, вот тут библиотека уже есть. Сюда перетащу все книжки, да и все. Местные домашние животные. О, можно купить всякие семена интересные. Тут, кстати, можно купить. Опа. Щупальцы инопланетяне. Рис. Тоже и посадим у себя на ферме. Как видите, тут не будет большой. Я потом еще и тут монорельс приложу, чтобы можно было позавтра копаться. Колодки. Вот, кстати, можно оружие. А, оружие не очень. Где находится мой домик? Не скажу, естественно. Рабы мы посадили, все. Ага. Ай, 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 ай. Я не хотел. Вот, и так надо уже тут еще все это положить. Нарис. Интересно, а если домики построить, аборигены вселятся еще? Похупано. Вот это мир. Что-то ничего не пришли.
Да, планетка большая, небольшая. Очень большая планета. Хотя да, тут должен быть еще дальше. Либо дальше, либо деревня. Я помню, было дальше деревня. Я, кстати, играю за робота, но, естественно, и деревня у меня с роботами, местными жителями. Нашел планетку. Кстати, планета такая красивая. Мне нравится. Осталось отстроить все тут. Да, если тут монорельс себе кладывать. Нет, у нас хоть работать. Попугай. Без музыки надо. О, почему звучит? Шипы какие-то. Да, планета вообще супер гигантская. Сколько лечу? Еще не добрался. Прикольно было бы, если еще тут корабль пиратов. По-моему, на рельсе было бы его залезть. Что за музыка? Не доходишь. Так, надо личинку поставить. Я, видите, периодически появляюсь. Нужно накрасить себе кучу-кучу всякого барахла. Ха, это я уже умею. Свечок не пятница. Вот я и пролетел всю планету. Ха-ха-ха. Так, что, цепляемся сама на рельс. Так, это вот близко. Йоху! Йоху! Поехали. Все. Да, нужно будет потом сделать. Поприкольно. Так, тот у меня пока еще не работает, а вот этот. Экскурсия, так сказать, по планетке. Да, тут надо еще поставить.
Окей. Тут мы поставить сейчас. Что видели, что мы приехали. Так, у нас есть куча семян. Плохо было посадить. Так, что у нас тут есть? Тут тоже 17. Нужна тяпка. Но я не взял. Кстати, без сундуков. Наш огород. Так. Блин, кто жрется? Вымок семена. Что семена, семена там много. Все, выключайся. Ну ладно. Так, что у нас тут есть, кстати? Есть куча стволов. Технологии. То есть очень куча стволов. Еще такая же куча стволов. Всякие мелочи. Еще стволы. Всякое оружие. Надо еще все остальное притащить. Это все лишь малая доля того, что имеется. Имеется также. Также. Куча слитков, ха-ха-ха, надел. Надо все из того дома еще перечить. Из того алмаза, золото, вообще все есть. А. Так вот, теперь дом. Ну, на этом, наверное, пошел и закончу. А там еще нарез. Старый монорец. Ах, папа. Вот. Так что в следующий раз запишу уже, как у нас какие-то сдвиги будут. Подвижки. Потом все поперетащу. Добро. Сюда нужно все перетащить. Что сюда делать? Выход-то на поверхность нужен. Вот так вот. Двери нет. Кстати, у нас наша технология есть. Ящик. Сейчас мы положим. Так, и сундуки, которых я нафармил, наделал, выкрафтил. Так, уже лучше. В доме, я думаю, харчевню будет сделать. Будет. Холодильник. Лёд тут, кстати. Вот так. В холодильник мы положим немного жрачки. Во, от нас. А, и, кстати, положим тоже немножко этого медикамента. Дверь закрыть. Тут зайдут всякие монстрики. Тут что-то
Так, ладно. Вырубаем наш монорельс. Поехали, поехали, разгоняемся. Ах, не тянет, не тянет. На горку. Ладно. А у тебя поехали. Будем таскать понемногу. Перетащим весь лут. Так, что там я принес с собой? Вот это все забираем. Так, у меня ящик что-то есть? Есть то, что... Ух ты! Ой, ты желаешь. Так, что у нас? Кстати... Гадр такое. Отношения, понимаешь ли? Светить надо. Так, пойду почему-то. Тоже надо потом сделать прикольный вот самый. Все поприкольно было, поприкольно было. Типа лифта. Так, все собираем. Эти стволы выгрузили, так сказать, с корабля все. Куча всего. Забрали все, что могли. И разгоняемся. Что сделал там? Сюда птица мерзкая. Все. За турельки потом поставлю. Все. Отлетайся. Так. Нужно будет еще один этаж вниз сделать. Цех. У нас будет комнаты такие обновленные. Что сделаем? Цех. Ладно. Так, ну на нас пока все. В следующий раз еще постримим наш хороший дом. Пока буду лазить, сортировать, где тут что должно лежать. А то иной раз и не найти, где что лежит. Так, где тут? Приходится лазить.